Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Дарт, и сегодня я решил устроить повторный забег по игре Глубина, так как в прошлый раз не успел показать вам игру за большую белую акулу, ну, решил снять новое видео. А тут недавно вышло еще и обновление, там много чего всего поменяли, много карт добавили, ну немного, а несколько, и добавили новую акулу, это акула молот, то есть если повезет сегодня, то посмотрим сразу на игру за несколько видов акул. Так, ну давайте найдем матч. Матч. Будем надеяться, что нам дадут игру за акул, а не за водолазов. Потому что я тут недавно пробовал. нажимал за акул, а меня бросало в команду водолазов. Я вообще офигевал, говорю, как я за акул попросил. Вот, и еще, если, допустим, можете стать моим другом в Стиме. Мой ник Dart Sidious. Значит, мой ник Dart Sidious, там вы сможете смотреть трансляцию. То есть, если у вас даже нет той игры, в которую я играю, вы можете просто посмотреть трансляцию. Так, большая белая акула. Не только весьма великая, но и невероятно опасная. Медленная, но невероятно сильная, она продолжит убивать, даже находясь под граном пули гарпунов. Да, конечно, играла сегодня вообще, валили меня только направо-налево, блин. Распознавать на уровень опасности. Тут прокачка есть. А, снижение урона на 30%. Вот оно что. Я думаю, что это за фигня такая? Белая акула. Так, а следующий раунд будет у нас за акулу молот. Так, вот водолазики погружаются. Так, интересно, мой партнер какую акулу взял? Ну все, они погрузились. Так. А, он взял тигровую, по-моему. Или тоже большую белую. А я не вижу. По-моему, тоже большая белая. Так, давайте двери поломаем пока что. Потому что надо качаться. А на одних людишках много не заработаешь. Ладно, дальше пойдем, поплыли. Так. Оу, щит. What is it? Долбанный щит врубили. Ладно, засранцы. Сволочь, так, надо тюлень искать. Ты тоже, да, его ловишь? Ну ладно, я тогда других поищу. Тюлени, тюлени. О. А я тебя могу сожрать? Нет? Ладно. Осьминожку. Так, вот тюлень, еще один плывет. Вот они где. Давай, жри его, жри. Отлично. Здоровье восстановил. Так, теперь нажимаем вот эту фигню. Ну вот объясните, как? У меня было полное хп. Как он меня с ножа зарубил? Непонятно, непонятки. Так, я вижу тебя. О, труба, прикольно. То есть можно в трубу залезть. Так, ну датчиков, я думаю, у них там нет пока что. Ага, тогда давайте сверху пробиваться. А, убегай, дурачка. Ну, блин. Чё рот раздинула? Классно вообще. Ненавижу узкие пространства. Ненавижу карту с кораблями. Потому что тут вообще неудобно. Они постоянно прячутся где-то, где их хер достанешь. Опа-опа. Ну как вот так-то? Как вот так-то? Так, он ушел, да? Ну и ладно. Так, а мне надо вылезти где-то. Я вот здесь вылезу. Оу, щит. А, черт, косил. Он что, издевается надо мной, что ли? Я не понимаю. Ну, жесть. Супер.
Давай, жри его, жри. Как? Где вообще мой этот козел? Ну, второй. Что-то я вообще не вижу, чтобы он что-то делал. А, нет, что-то делает, плавает там. Так, они внутри, да? Хорошо. Ой, я человека поймал, блин, блин. Я не заметил. Черт, ладно. Будем знать. Что-то с мышкой надо делать, потому что это жесть. Никого сожрать не могу толком. Сожрять, сожрять. Так, вот они, людишки. Так, нет. Сволочь. Ну что, давайте прорываться. Ага, сыкотно стало. Давай, 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 давай. Вот как, у меня мышка, блин, ездила быстрее, чем я бегаю. Пона мать, пона мать. Заколебали вообще, слушай, неубиваемые. Вот, давай, жри его, жри, ну. Чё, я сожрал его? Да, не может быть. Но новый уровень, пожалуйста. Да, если я так буду уровни набирать. Я не понимаю, куда этот парень девается постоянно? Он что, бессмертный? Так, вот надо Стиви покоцать. Давай, жри его, жри, ну. Так, все, сбежал, отлично. Восполнять здоровье срочно. Так, у меня кончилось все. Так, вот тюлени, 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 тюлени. Тюлень, 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 тюлень. Жесть, не поймал. Вот поймал, 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 поймал. Все, отлично, сожрал. Так. И они убиваемые. Так, последний рывок. Отлично. К опыту пригодится. Так, здесь я не пролазю, да? Ладно. Не пролазю, толстый. Стал. На мини подорвался. Вот идиот. Так, ну что ж, ладно, на всякий пожарный выбил. Че, убить меня хочешь, да? Давай, я тебя сожру, сейчас сожру, сожру. Отлично, шикарно. Теперь давайте искать тюленей. Так, 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 рывок! А, черт, хрен тебе. Хреново из меня челюсти получится. Давай, 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 хватай его. Япона мать. Давай, давай, где ты, фиолетовая козявка? Ага, дуришь меня, да? А ты чё? Are you killing me? Are you killing me? Есть. Одного хватит мне? Нет, надо еще. Сволочь. Сволосово. Фиолетово, иди сюда. Угу. Резко меняет направление. Козявки. Да как? Давай, 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 давай. Отлично. Все, я восстановился. Теперь можно и в пекло. Так, этот парень там, по-моему, ну, держит обстановку, как я понял. Ну, я же поймал его. А, ну да, и серию убийств заработал. Все правильно. Так, вот кровотечение выберу.
Так, ну это я очень долго держался, жесть, у меня никогда такого не было. Опа, опа, можно же так проплывать. Я не пойду тут. Шли нафиг. Фига он дерзкий. Блин, не успел сбежать, черт. Ладно. Ну, хоть отомстил за своего брата. Брата акулу. Так, ну давайте, зверский голод. Это что такое? Понавесили тут, понавесили. Так, это он опять за стеной там копается. А, не, вот он. Ну как? Сожрал же я его. Еще сильнее мышкой трясти, что ли? Так, у них 12 осталось водолазов. Так, ну давайте сожрем его. Все, все, валим, 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 валим. Быстрее тюленей жрать. Так, где они? Тюлени-то. А, у меня здоровье прибавляется автоматически. Классно. Сволочь, а? Вот где же сволочь-то, а? Сожрал, отлично. Так. Все, валим. Пока здоровье прибавляется, надо валить. Так, а теперь возвращаемся. Ну и ладно, ну и ну вас нафиг. О, жесть! Вот он меня расстрелял вообще в упор просто. Так, ладно. Стиви, что ли, зарядить? Давайте попробуем. Промазал. Это было фейл. Фейл из фейлов. Так, кто палит? Больно. Валим, валим. Почему у меня заметка такая? Ну, хоть сожрал. Да, отлично. 8 на 8. А, это был маячок. Понятно. Да хрен меня с сеткой поймали. 7 на 6. У нас 6 осталось, раз возродиться, им 7. Черт, ну ладно. Валим, 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 валим. О, черт, ладно. Возвращаемся в меню и будем ждать второго раунда. Так, ну я заработал какое-то ружье, стреляющее сетью. А, ну это то, что чем меня ловили. Так, ну и давайте. Новый уровень получил, и давайте вот будем дальше искать маточ. Все-таки повезло им снова за акул, и я показываю вам новый вид, это акула-молот. Гигантская акула-молот сражается с невероятной яростью, превращая свои жертвы в кровавые отбивные. Акула-молот имеет уникальную способность. Она может ударять в зажатую в пасти жертву различные предметы, нанося им повреждения в зависимости от силы столкновения. Для этого достаточно разогнаться и врезаться в любой твердый объект. А, ну понятно. То есть я хватаю кого-нибудь и в стену его. Тут же второй рывок. И он типа умирает. Тигровая акула, да? Да, против этого парня даже страшно играть. 30 на 30. У нас 30 жизик, у них 30 жизик. Надеюсь, в этот раз мы их порвем, а не они нас. Ну там мы бы их порвали, просто они это. Успели золото сдать. Такое ощущение, что для нас это трагедия, если они золото сдадут. Я такой прикольный, такая инопланетная такая акулка. Прикольно, прикольно. Ну, скажем, детализацию акул, с этим у них проблем нет.
Так, это я на очки коплю. Так, ну давайте-ка здесь еще дырку сделаем. И вот так еще. Ну все, поплыли. Так, это я случайно врезался. А, вот. Хрен тебе. Не убьешь меня. Где тюлени-то? Вы не скажите мне. О, вижу фиолетовых засранцев. Сволочь. Сволочь, я тебя все равно сожру. Отлично. Сожрал. Хорошо. Я буду жить. Я буду жить. Так, это ломаем сразу, потому что знаем, что пригодится. И здесь тоже. Так, а теперь на поиски людишек, которые я потерял уже. Куда плыть-то? Угу. Все, нашел. Здесь я смогу к ним подобраться? Отлично. Я жив! А, мы лайв! Отлично. Маячок на меня поставили, гады. Так, тюлень, тюлень, тюлень. Офигеть, я жив. Так, отлично. Теперь второго надо поймать. Не поймал. Сволочь, а? Быстрее ведь. Отлично. Так, пока стены порушим еще. Не хочу! Нет! Я его сожрал. Ну, типа сожрал. Ранил. Так. Гидроакустику. Офигеть, его зарубили, блин. Три выстрела. Валим, 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 валим. Не надо так. Так, тюленюшка. Чё ты орёшь-то? На, ну хотя да, глупо спрашивать. Так, ладно, пусть будет не 100%, но все же. Ну я же почти сожрал его. Блин, Алехандр с автоматом. Черт подери! 27-23, офигеть, мы проигрываем. А, и это у нас это идет. То есть я кого-нибудь ловлю и об стену его. Вот как так-то, вот как, косоглазая акула, блин. Ну, 26-21. Все, проигрыш. Я не смогу столько сожрать, чтобы вывести нас вперед. Давай, жри его. Ну как? Почему ранил-то? Спинает меня еще мой труп. Совсем же обнаглели. Так. Не поймал. Ну, почти же. Черт. Ну нафиг, когда они автоматы покупают, уже опасно жить вообще. Трудно жить, точнее. Ну хоть по Стиви попаду. Да, сбежать не получится. Да вот как? Жесть.
Да, большой белой акулы выходило гораздо лучше. Ах ты, козел. Видите меня ведь, да? Ждете меня там. Отлично, зашевелился. Вот сожрал же, сожрал. Почему ранил-то? Какого хрена? У них от уровня не прибавляется ХП вообще. Почему я не могу их убить? Вот почему? Я так возюкаю мышкой, что мне кажется, на видео слышны звуки. А я туда не пойду, я пойду сюда. Опять ранено водолазов, да вы что, издеваетесь? Да. Две акулы, мне кажется, маловато, надо три ставить. У них что, датчики там есть? Нету, ничего не видел вроде. Отлично. Вот сейчас почему-то получилось. На! Ха-ха! Я тебя сожру сейчас! Не, не получилось. Так, ну вот я выберу кровотечение, теперь у меня будет автоматически прибавляться здоровье. Теперь меня будет сложнее убить, да, но мы все равно хреново их убиваем. Может записывать уже техническое поражение, блин. Офигеть! Чё наш... А нет, я думал, наш... Мой, точнее. Друган. Подорвался на мине. А вот я подорвался. Ага. Нет, нет, пошли нафиг. I'm alive. Да ну тебя, тюленя. Тюленя. Иди сюда. Come to me, my friend. Жесть они вообще. Вставлю, прям врезаюсь, никого не ловлю. А как так-то? Ну блин. Сволочь. Я тебя все равно поймаю, скотина. Так, это там людей жрет. Я тюленя хочу создать. Вот это было круто. Об стены дубасит их. Эй, эй, так чё? Да, 19.5. Пиши, пропало. Да что ты будешь делать-то, а? Сожри ты и там кого-нибудь, я не знаю, а. Сволочь, а. Жесть вообще. Я кого-то сожрал даже. По-моему. Сожрал. Блин, как-то... Не, произнесется кривовато. Съел, я буду говорить, съел кого-то. Так будет круче. Так, это он где? Это он здесь. На, Стиви, получай. Да хрен тебе, я смоюсь. Ага, сеткой меня поймать хотел, сволочь. Я тебя поймаю сейчас. Так, 39 уже, офигеть. А, гады. Я пожру вас. А чё, я могу возродиться? Круто. Все, последнее возрождение. Лично я думаю, что мы проиграли. Мне кажется, это очевидно. Ну, я буду тогда... Не буду никого есть, я буду вон Стиви дубасить. Как раз 41 уже. Давай. Отлично.
Ну тюленя давай сожри. Так, ну у меня автоматически прибавляется. Нет, я не это хотел. Вот я это хотел. Все. Я больше не могу возрождаться, а вот он может. Че, все, мы победили, что ли? Хлебушек, ну ты монстр. Монстр вообще, отвечаю. По нулям же, или у меня глюк какой-то? Щит еще какой-то бросили. Ну, три водолаза осталось. Давайте досмотрим, пожалуй, это... Мне будет интересно узнать исход боя. Да, он тоже кровотечение или кровоточение он использовал. И у него автоматически здоровье прибавляется. В щит врываться глупо. Принцам придется ждать. Можно было бы рыб есть, чтобы они тоже немножко прибавляли. Уж этих рыб тут хоть, я не знаю. Хоть попа ешь. Отлично. Давай. Убегай. Черт. Ну, естественно, я... Он 13 он убил. Ну, офигеть. Ладно, возвращаюсь. Меню. Тут я опять заработал что-то. Пистолет какой-то. СПП-1 близнецы. То есть до этого был один, теперь я могу два. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Я показал вам двух новых акул. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и хорошего настроения. В конце видео хотелось бы показать группу канала. Вступая в эту группу, вы будете следить за новостями из различных игр, за выходом... моих видео, а также участвовать в вопросах и выбирать, какую игру проходить в дальнейшем, а также различные инструкции по установке тех или иных игр. Ссылка будет в описании. Также предлагаю вступить вам в группу о выходе новой игры Jurassic World The Game. Она будет похожа на билдер, но гораздо лучше. Здесь мы укладываем фотографии животных и обсуждаем, допустим, выход игры, который состоится 15 мая на Android. Обсуждаем, правдоподобно выглядят ли животные и прочее. Ну и я вернусь еще через одно мгновение. Ну и уже и под самый конец я могу посоветовать вам канал моего друга Лунный Монах. Здесь он выкладывает различные видеотактики по игре Warcraft, различные приколы, различные истории по этим вселенным и различные игры от компании Blizzard Entertainment. Если вас это заинтересовало, ссылка будет в описании.